Ронда Берн – австралийская писательница, сценаристка, продюсер популярных телешоу, автор книг о тайнах позитивного мышления и визуализации мыслей. О книге Ронда Берн «Магия» нам расскажет мастер-технолог депиляции Вероника Майорова. Ронда Берн – самая обычная девушка, которая столкнулась с жизненными трудностями. Ронда имела долги, которые постоянно увеличивались. Она работала с утра до вечера, но ее финансовое положение оставалось плачевным, вследствие чего Ронда находилась в состоянии постоянного стресса. Ее отношения с окружающими были как маятник – то прекрасные и позитивные, то на грани разрыва. Ощущение выжато как лимон сопровождали ее каждый день. Выживать от зарплаты до зарплаты. Решать одну проблему, но на хвосте тебя поджидают уже 10 других. И наверняка каждый из нас сталкивался с состоянием тревоги и с состоянием стресса. Книга написана как руководство, как учебник с практическими заданиями, как перейти от состояния вечного стресса в состояние благодарности, наполненности, спокойствия. Как стать счастливой? Вот до банальности просто, но не об этом ли мы все мечтаем? Вне зависимости от того, кто вы, где вы живете, с кем вы живете, а благодарность изменит вашу жизнь. Кстати, если вы не смотрели фильм «Секрет», снятый Рондой, очень рекомендую. Итак, Ронда Берн считает, что благодарность – это самый основной инструмент закона притяжения. Но на самом деле, что нам стоит поблагодарить водителя такси? Или поблагодарить дворника, который делает ваш двор уютным и чистым? Но на самом деле, у большинства людей умение благодарить вслух, оно просто заблокировано. И один эксперимент из этой книги состоит в том, что на протяжении целого дня, в течение 28 дней, вы пишете 10 благодарностей. Можно, кстати, это делать с подругой, это такой момент дисциплины, в конце каждого вечера писать 10 благодарностей. Но эти благодарности не должны повторяться, то есть в конце 28 дней у вас должно быть 280 причин для благодарности. На первый момент может показаться, что это просто невозможно, потому что в моей жизни ничего не происходит. Но давайте подумаем. Сколько всего происходит, чтобы еда оказалась в вашем холодильнике? Сколько людей трудятся над тем, чтобы вы находились в теплом, уютном доме, кушали и наслаждались? Разве это не стоит благодарности? Спустя 28 дней практики вы не сможете думать по-другому. Ваша картина мира поменяется. Вы даже не представляете, насколько классно вы живете. Вы увидите свою жизнь под другим углом. Насколько счастливо вы живете, что вы имеете руки, ноги, вы можете слышать и видеть, ездить на работу и наслаждаться своим любимым делом. Когда ты посылаешь в мир благодарность, она создает новую реальность. Даже если вы сейчас находитесь на нелюбимой работе, вы в поиске себя, вы должны уже благодарить за то, что вы имеете. И тогда чудесным магическим образом ответ на ваш запрос придет. Я не знаю до конца, как это работает, но хочу сказать одно, что сила благодарности – это нереальная мощь. Превратить негатив в благодарность. Переключиться с механизации на ощущение. Запрос исполняется ровно так, как вы его посылаете. Вселенная — это как джин, это уже давно не секрет, и то, как вы формируете свою речь, свои мысли, будь это через негатив, либо через благодарность, от того будут зависеть ваши ощущения. Вы строитель своей жизни, а благодарность — ваш магический инструмент, позволяющий построить самую удивительную и невероятную жизнь. Выполняя магические практики, вы заложили прочный фундамент, и теперь с помощью благодарности будете добавлять новые этажи к зданию жизни. Ронда Берн. Магия. Рекомендую прочитать каждому, наполниться благодарностью и впустить в свою жизнь волшебство.